Всем привет на моем 263-м стриме. И у нас Айвона Килл за Камиля 2. Продолжается 100-дневный наш марафон. Ну как, марафон. С перерывами, конечно, но небольшими, потому что надо успеть за 100 дней. Привет всем. Спасибо, Пророк, за скилл. Спасибо, Эльзорга, за хост. И на сегодня у нас такой план. У нас экран любви к ловушкам. Нам надо его пройти. Один экран хотя бы. Хотя бы один экран пройти. Потому что он такой ядреный. Прям по-настоящему. И не спасибо ARZ. Все, поехали. Пека. Блин, тут жесткий тайминг, короче, тут жесткий тайминг. Надо просто с диагональками быть на ты. Может там подождать все-таки, наверное, во второй ямке, потому что я что-то не успеваю явно. Наверное, все-таки надо во второй ждать, да. Ну не знаю, как бы сейчас силы есть, я должен это вытренить, больше никак. Блин, вот это место вообще не понимаю. Просто надо запомнить тупо тайминги. Но это максимальный прогресс, как ни странно. Значит, действительно я был уставший в тот раз. Ну, там, конечно, такие экраны были. Оу. Варта. Не получилось у РЗ отобрать весь скилл. Но если бы вообще не отбирал, то я бы уже прошел бы, скорее всего. Так что виноват ARZ. Блин. На самом деле можно делать паузу практически под каждым шипом. Разницы особо нету. Ну типа первые два с наскока можно только ради того, чтобы не терять время. Блин, я бы там упал, что-то нашиб там. Блин,
место такое плотное. Что я сейчас сделал? Просто поехал в вертишип. На самом деле это по сути даже сложно назвать диагональками, потому что шип-то едет, я почти на месте там прыгаю, как бы все-таки это проще, чем диагональки прыгать, но тяжелее из-за того, что тайминги именно. Там как бы шипы стоят, никого не трогают, а тут нападают на тебя. Там и снизу еще как бы вообще хз, то есть, ну... Вообще изи можно умереть. Как бы вроде место там не сложное, но когда у тебя есть только одна попытка, то такое. Привет, Индивис. У нас тут любовь к ловушкам. Хай, Хроногир. Посраж. Посраж. It's will very hard for me. Там вот это дурацкое место, вот именно первый прыжок, он именно первый сложный. Потому что там нужно вначале сделать как бы высокий прыжок, а потом нужно, ну, направо. То есть вот это вот такой тонкий, как бы, тонкий момент. Как бы в теории, да, пророк, в теории, да. Но как бы когда экшончик, знаешь, ну такое, как бы. Просто видишь, в чем проблема? Что там нужно, то есть шипши, пока не уехал, я то не могу встать и не могу подготовиться к следующему прыжку. Ну, как бы, говорю, в теории все хорошо. А на практике как-то, ну, мешкаешься там. Ну, надо хладнокровие сохранять. Вот так. Привет, Сима. Еще непонятно, что вон та кнопка справа сделает. Она уберет как. А, она уберет, наверное, снизу слева, либо снизу справа шипы, ну ясно. А путь посередине мне придется все равно проходить самому.
Сейчас надо было просто прыгнуть. Ну как бы опять же, пророк, ну такое простое, ну как бы знаешь, там говорю, завафлить легко можно будет. Да, ну в смысле, нет, нету, но и чем мне это поможет? Ну левые, да, там по сути просто гей, ты прыгаешь и все, как бы, не пофиг на верхние шипы. Так в смысле, там же стена, Элизорка. Там же стена. К тому же мне нужно кнопочку нажимать. Прям не пошло, я не знаю, хз. Я прям чувствовал, что я не могу увидеть эту дырку. Сейчас как-то получше. Привет, Михаил. Ну вот, ты про эту, ты про этот центр, тоже стена. Я оттуда начал игру, ну, экран. В оригинальном лавтрейпе по-любому тут вообще нету сейвов на этом экране. Ну жестко, вообще-то да. Я надеюсь, что сегодня, дойти до бусраша. Но я еще даже не уверен. Но времени куча, в принципе. Кое-какой прогресс, как вы видите. Ну так, потихонечку идет. Понимание, что надо делать вообще. Ну такой, конечно, что-то совсем потихонечку, на самом деле, прогресс идет. Надо бы получше. Так ешь мороженое, в чем проблема? Открой окно, оно замерзнет. Да ну, дурак. Ну и что, зимой мороженое — это нормальная тема. По крайней мере, но... Ты мерзнешь дома? Что-то у тебя не то, не очень там, Эльзор. Что-то пошло не так с твоей отопительной системой. Привет, П2. Thank you.
тоненько, так тоненько. Ты откуда знаешь за трек? Ну какой-то не очень трек на самом деле. Но для атмосферы, в принципе, подходит такое. Жесткенькая такая атмосфера. Такая суровенькая музыка. Тариф. Какой босс? Может быть, Эльзорго, может быть. Ну, это... На Ютубе есть плейлист Камиля 2 Ост. И там подписывают в комментах, откуда, типа, этот трек взят. Там у чувака зеленый, по-моему, грибочек из Марио на аватарке. Забыл, как называется канал. Там и для Буши Ост выложен тоже. Парагон X9 Charles Devotion. Ну по-любому же я с первого раза до сейва не дойду. Когда ту кнопочку нажму. Привет, Данил. Не может быть такого, наверное. Хотя может быть, конечно, но это надо пипец постараться и не завафлить. Нет, это не Love Trap. А надпись в углу-то не обращаю внимания. Мне кажется, пророк, что откроется правая дырка. Ну, потому что, ну, а иначе смысл в том сейве-то тогда какой? Я думаю, что правая дырка откроется. А как бы, если она после сейва поменяет, то пофиг. Не могу я в стабильность, не могу в стабильность. Смысл движения? Как это?
смысл движения, чтобы тебя убить. Вот в этом смысл движения. Чтоб тебе было сложнее пройти. Привет, Серж. Ну, опять. Я не прошел его. Как видишь, он не сам простой вообще-то. Мне кажется, если не делать бонг от потолок, то проще. С одной стороны. С другой стороны, тайминг другой нападения, потому что он дольше падает. Но как-то, по-моему, легче контролировать это. Надо тайминг перестроить тогда нападение. Не думаю. Конечно, это лавтрэп, но все-таки не до такой же степени. Так я же только что об этом пророк сказал. Что уточнил? Я не понял вот это вот уточнение твое. Да ладно, левый! О боже, левый шип убирается. Это очень сложно, я так понимаю, мне нужно прыгнуть между, ну если смотреть слева направо, то между первым и вторым шипом в ямочку и оттуда налево, типа такой упрощенный полудаймонд будет за счет того, что там ниже шип. Привет, Just Observer. Вообще страта непонятная. Я думал, может там сохраниться внизу. Налево-то я быстро второй раз пройду. А там потренить ту фигню. Я же сказал, что с первого раза не пройду эту жизнь. Я даже не понял, как я первый прыжок сделал правильно. Я просто прыгал вперед. Что такое?
Звездостом. Да я знаю, я же только что... Да вы что, уже второй человек... Нет, не слышу, что я говорю. Я же сказал, может попробовать выстрелить в сейф по центру, чтобы потренить прыжки. Я же сказал, чтобы потренить прыжки. Там-то я поверху еще раз пройду легко. Нормально, все. Из которых я играл? ARZ. Или которые я хотя бы видел? А как ты в РМЖ это сделаешь? Упоролся, что ли? А какой смысл без движения? Без движения это будет этот Double Diamond. Ну если который хотя бы видел, то I Wanna Kill the Camellia 3. Приятной трюки. Копию сейва? Нет, это читерно слишком. Как бы у меня же счетчик смертей тогда будет не мой. Как бы я могу сделать для тренировки просто, ну, типа на движке Айван, да, в гейммейкере. Но как бы это долго и. Да ладно, пройду. Я не говорил, что доходил до Scarlet Camellia 3. Я говорил, что я некоторых боссов со взломанного сейва пытаюсь пройти. А именно Scarlet, Flanders Scarlet, Shine Bright, Полковник и Сайбер. Вот эти четыре. А, скачать оригинальный Love Trap, хорошая идея, да. В среднем там какой-нибудь дончерок проходит этот экран. Кто-нибудь смотрел спидраны? Наверное, вытонил этот момент до ужаса просто. Примерно 10. Жесть. Значит, я рачина. Рачина. Ну как так-то? 10.
Не, ну то есть если бы я хотя бы раз в 10 смертей доходил бы до нижних шипов, которые я типа не затренил, то ладно. Тактика не самая лучшая. Тут надо как бы... Ну тут на самом деле, как ни странно, тут вариаций движения довольно много. Ну как бы, ну да, до посинения, но с другой стороны, я даже один раз не могу пройти. То есть, как бы я понимаю, если бы какой-то босс там, где типа надо... Да что же я делаю, это дурак. Я понимаю, какой-нибудь босс, где нужно там тактики заучивать, да? Но тут ничего не надо заучивать, в принципе. Четыре раза. Жесть. Ну почему вот у меня же нормально начало одно время получаться, все, сейчас опять не могу нормально делать ничего. Не, что-то испортилось. Джек, да, не очень. Ну вот я и тренирую 5 часов. Не 5 еще пока, но уже нормально. Уже, мне кажется, часа 2 на этом экране точно есть. А, даже больше, наверное, уже 40 минут только на этом стриме. Там еще открывается левый нижний проход, но это такое издевательство. Если там реально шипы разворачиваются, как пророк предположил, то это будет жопа полная, просто жопа полная. Но я надеюсь, все-таки нет. Ну, потому что, как бы, ну... Я понимаю, что Камиле 2 это сложная игра, но, по-моему, это уже будет перебор уровня Камиле 3. Привет, фаспапе. Что происходит? Без понятия. Ты хоть переведи о чем там. Думаешь, я понимаю, о чем там что? А зачем? Зачем менять пароль? Причем тут пароль, если это входящее письмо? Логики я не прослеживаю.
я не знаю, просидел ли я 3 часа тут уже. Но явно будет. Но вообще, да, у кого-то с одним проблемы, у кого-то с другим, а у кого-то ни с чем. А еще у кого-то и с тем, и с другим. Сегодня на стрим Декстера зашел кореец, ну реально кореец, да? Ну по-английски писал. Говорит, я Камелию 3 прошел за 147 часов. Со всеми секретками и секретными боссами, кроме пятой секретки. И потом он пошел, включил стрим и за 20 минут прошел первый уровень. За 144 смерти. При этом он игру только один раз проходил. Шесть человек прошло Камелию 3, он был вторым. Первым был PD Player, вторым он. Так, Лол, ты мне еще раз объясни логику, Фаспапи. Тебе на почту пришло входящее письмо. И все. И ты из этого меняешь пароль. Ты всегда меняешь пароль, когда тебе письмо на почту приходит? Привет, Кивчан. Тестеры, наверное, тестеры не в счет, да, скорее всего. Привет, Акиш. А может быть и тестеры в счет. Но только если они полностью проходили. Привет, Тераван. Потому что тестеры могли тестить там только свои экраны там какие-то. Или отдельных боссов там. Сейчас я просто тупо в верхний шип влезаюсь. Сейчас вот в нижний. Вообще через бонг, конечно, острота как-то выглядит более надежной, потому что, ну, как бы, бонг ты всегда делаешь одинаково, а тут ты то ли 4 фрейма сделаешь, то ли 5, хрен поймешь. И там надо сразу прыгать нафиг, потому что я вместо долбала умирать, я просто прыгаю на шип. Как кто запрыгнул, короче, сразу прыгаю направо. Ничего не волнует.
смысле, Данил? А кто не считает? Ну, ты про что, как бы? Кого не считают? За прошедшим. Я думаю, что Камелия прошел эту игру, и он, наверное, в той шестерке, скорее всего. Запросто как бы поставить. Да что ж такое, ну лол. Страж так близко и так далеко. Нет, ну ты понимаешь, что он должен пройти от начала до конца, а не кусками. В том числе последнего босса, который вообще, ну ты знаешь, только версия 1.30 появился. Привет, Defender. Может, это у тебя язык интерфейса программы стоит русский, а язык учетной записи, ну, норвежский? Ну вот как там было успеть, я не понимаю. Ну шип же не успевает исчезнуть на полу, и в итоге, ну, я так долго падаю от прыжка, что потом я не успеваю просто залезть. А когда успеваю, я не понимаю почему. Ну, меньше, по идее, прыжок делаю, ну а как понять, что этот меньше прыжок не приведет меня к тому, что я просто приземлюсь на шип? Ну вот сейчас что-то я просто сильно затормозил. Ну значит, это письма не от Ориджина приходят. Я понял, я прыгаю слишком еще слева, надо ближе к шипу прыгать. Привет, Влад. Просто пройди это место, ну.
Цска 2 что-то отключается постоянно. Селфшип летел просто так. Наверняка тут есть и сестрота, но вот по-любому тут есть. По-любому есть и сестрота какая-то. Чтобы не мучиться. То есть наверняка я какую-то неправильную использую. Редактор именно сложных уровней, но такого вроде нету. Есть просто редактор уровня. Ну, есть Record My Jump, есть J-Tool. Но, по-моему, только J-Tool может сохранять эти карты в файл, и чтобы потом можно было прочитать. Привет, Дезер. Ну как быстро? Вообще-то 42 часа по таймеру игры, а в реальности еще больше. Хай, HP. Короче, по-моему, старая страта была получше, наверное, все-таки. Если обязательно созвонимся, фастпапе, то к чему знак вопроса? Ты уже, по-моему, все решил. На самом деле не факт, что я тебе смогу помочь. Я тебе сразу говорю, приготовься, что я тебе не смогу помочь.
Ну, в смысле, просто потому, что я не шарю достаточно на это. Помог вот с этим вот. Просто дурацкий лавтрэп. Ну зачем было такое придумывать? Да я лучше бы Seven Trials бы три раза прошел. Что я делаю? Что я начинаю там делать? Я начинаю паниковать. Вроде сейчас даже не паниковала, все равно не пошло. Еще, кстати, в том, что я не знаю, а где вообще будет конец уровня. То есть вы видите портал? Портала нет, но он где-то будет. Да нет, пророк, он уже заходил. Блин, а если я тогда дойду до того сейва, то мне уже, в принципе, лучше-то не сохраняться. Ну, потому что это значит, что я два раза смогу сделать этот дурацкий прыжок, и, видимо, я, значит, уже пойму, как его делать.
Короче, сидел я на днях, так, когда вчера, смотрел стрим диджея. Он прошел полковника. Но суть не в этом. Он, конечно, молодец, все такое, да, но суть не в этом. Как же он волновался на фазе с платформочкой. Как же он там дышал в микрофон. Я так подумал. Блин, а если я это буду проходить? Что-то прям такой кошмар. Знаете, как-то я раньше настолько не осознавал, а вот когда я смотрел, я сидел сам за него волновался. Он 73 часа проходил. Такой ужас. Это просто жесть. Это еще не все. После этого... Ну, не после этого, а во время этого. Еще Just Observer проходил второго босса. Сидел уже там, горел. Просто залипал. Долго-долго и не получается. И вообще жесть. Я представляю, что я буду так же играть. Пофигу, что у меня там опыта в Айвана больше. Я буду так же сидеть и играть. И в итоге... Что-то прям... Знаете, я так понял. Как хорошо, что на мне нету этого груза в виде обещанного прохождения третьей Камиллы. Что-то прям... Еще меньше захотелось ее проходить. Может тут сейф скрытый, нет? Я не буду брать сейф. Ну, по крайней мере, шипы не начали ехать в другую сторону. Такой фейл. Ну, я, короче, скоро пройду явно. Я просто понял, как прыгать те шипы. Я понял, как прыгать. Первый прыжок делается, когда они опускаются. И все, а второй на вылете. Короче, там изич. Осталось только вот эту вот хрень еще раз пройти, и возможно, что это будет победная попытка. Ну, только там не завафрить еще. Ну, на второй там половине тогда. Так не, я не то, что далеко от шипа, я же верхний шип умер. Я просто слишком рано прыгнул. Тупо слишком рано прыгнул и все. Никаких загадок. Никаких непонятных страт. Привет, Disconnect. Ну вот шестой уровень. Шестой уровень второй Камиллы уже почти прошел. Очень сложный экран. Из игры его на Love Trap. Очень сложный. Вот из этих дурацких таймингов с шипами.
что-то я смотрел вчера, ты на Салгрине там подзалип как-то в Боши-то. До конца, к сожалению, не досмотрел. Но видел, что уже там на таймере было прилично. Ну, в принципе, ты давно не играл, понятно. Разминочный, наверное, да, забег. Блин, ну почти же. Ну как почти. Ну, в принципе, я когда внутрь уже зашел, я считаю, что это почти. Ой, ну как это можно было забафлить? А, ты даже не закончил? Ну, ясно. Ну, уже как бы не так боюсь этих шипов, уже явно не так их боюсь. Уже как бы более такое, просто намекрёшь как бы, но уже, в принципе, руки почти понимают, что делают. Расслабиться, хорошее тебе расслабление. Не все поймут твой вид отдыха. Почти изи экран, ну, как бы, почти нормальный экран, давай так это называть, почти нормальный экран. Приписочка, нет. Фаспапе, кто сказал, что я отдыхаю после работы в Камиле? Я просто приятно, ну, как бы провожу время. Ну, в первую очередь из-за общения с чатиком, как бы. Вот. Ну, плюс, как бы, потому что надо пройти эту игру. Не, ну, я же не говорю, что я не получаю, ну, удовольствие, да, то есть, ну, мне нравится проходить, иначе бы я даже бы этот челлендж не брал. Ну, просто мог бы там начать, типа, Камилию, но на пофигу, да. А я же, видишь, не просто так этот челлендж взял на время. Кстати, вот обсервер, вот шаришь. Не читаешь между строк, я бы сказал. Да ну давай же, ну. Не на фейлы пришел смотреть. Ни хрена себе тут заявы. Да ну. Да что ж ты делаешь-то?
А я мог этот сейв взять? Я его мог, да, взять? Хитрить. Не, просто скажите, я его мог взять или нет? Да? Ну, значит, надо без смертей дальше тащить. Экран, короче, сейчас протащу. Блин, вот это троллинг, просто троллинг 10 из 10. Ну это жесть. Очень жестокий троллинг. Пипец. Вот что значит прохождение вслепую. Я не умер от троллинга, ну, как сказать. Нет, Кивчан, смотри, я же нажму, я же сейф возьму, и я буду сразу жать эту кнопочку, которая открывает портал. Все, ничего мне не надо будет проходить. Привет, Брим. Походу я стал экспертом в споре с диагональками. Почти. Ну, по крайней мере, ну заметили, да, уже куда легче дается эта фигня. Да, я думаю, не нужно другие кнопки жать. Да. Кнопки же только шипы убирают. Должен просто проходить это без смертей. Ну. Ну что, увидим сегодня пострашь, нет? Давай, ну последний шип. Последний шип. Ну там внизу, мне кажется, я уже не умру больше. Ну, если прям вот совсем просто не зарачу, очень жестко, типа как
типа как не смочь кейс Должна быть победная попытка, но я имею в виду до сейва. А вафли отключаем. Ну. Понравился экран, понравился. Надо еще диагональки потренить. Нормально прыгай. У меня тут пряники пророк есть. Ну давай, пожалуйста, пройдись, эта фигня, ну. Куда ты? Обо что я вообще умер-то там? Там разве есть обо что умирать? Ой, что-то сейчас было очень близко, я 4 фрейма сделал. Ой-ой. Есть! Увидим сегодня Бустраж! Увидим сегодня Бустраж! Но я не думаю, что... Последний сейф, он такой будет тяжелый. Сейчас просто надо понять, как эти диагональки делаются, и все. Все. Ну, это как бы фигня. Мы сейчас, сейчас я хоть 100 смертей здесь потрачу, просто пойму, как это пропрыгивается.
Привет, Гантрикер. Так, там явно бонг нужен. Явно бонг нужен. Блин. Бонг. А как тогда? Или наоборот, 4 фрейма. Не пошла. Да блин, что-то как-то стрёмно. Стоять как можно правее? А кто сказал, Blackjack, что у меня Destination будет первый босс? Нет, почему правее-то стоять? Наоборот, левее, по идее. Наверное, нужно не лететь сильно влево, нужно прям огибать шип. Вот. Да ладно, ну... Так уж быстро, вон говорят, РНГ быстрее прошел. Не знаю, пророк. Вообще легко завафлю, потому что прыжок нестандартный, как бы. Ну, по идее легко, да? По идее легко, в теории. Но теория это такое, ты же понимаешь. Привет, Денис, как? Да ну, что такое-то пошло? Перемикриваю называется. Тоненько, тоненько все равно. Сходу? Сходу это прошел? Я часа 3 потратил на то, чтобы от верхнего сейва до сюда добраться. Это сходу, по-твоему? Ну блин, на последнем гейте завафлите, но это, ну как бы, я не знаю, вроде надо, вроде не, и вроде не хочется. А, ну так я же еще не прошел. Мало ли какой там прогресс был за такое. Вот видишь, это ничего не значит. На самом деле. Ну да, я думаю, я здесь сейчас не просижу. Быстрее пройду. По идее.
но все-таки, ну, не прям сходу. Да, чего ж я так рано-то жму, там, в принципе, есть время-то. Я уже говорил про это, да, то есть я специально не играл в Камиле 2, пока был в Африке для нее. Как только я, в принципе, почувствовал, что для меня эта игра уже по силам, я и, собственно, начал. То есть, как бы, неспроста я так долго ждал. Как бы, я чувствовал, что, нет, это слишком сложная игра для меня. Сейчас почувствовал, что она мне по силам, и вроде бы так и выходит, ну, прохожу же. Ну, то есть, как бы, я, может быть, ее и сразу бы там после Поши прошел бы, да, но только на счетчике было бы не 42 часа, а 142, да, к этому моменту. Ты не на стрим, что ли, играл или что? Блин. Да что ж такое-то, ну... Ну как, ну среди диагоналик, да, а там еще впереди можно умереть. Ну, я надеюсь, все-таки с первой попытки пройти, то, ну, как бы такое. Сразу скажу, я не буду примиряться, я прыгну сразу. То есть, потому что там опасно вниз возвращаться. Единственное, что можно вот тут примерить, там раз, два, три, четыре блока. Раз, два, три, то есть мне нужно... А, так там максимальный прыжок, по-моему. То есть вот такой. То есть три блока, и на нем стоит шип. И вот так мне его надо перепрыгнуть. А, ну там максимальный прыжок. Мне кажется, об верхний шип там невозможно умереть. Что это такое? Привет, Пека Стайл. Я зачем-то отжимаю shift, там shift отжимать не нужно. Пули Ориона, мчащиеся из недр туманности Ориона со скоростями сотни километров в секунду.
классно. Я люблю космос. Я люблю космос. Господи, ну задолбал меня. Шипик, блин. Что этот шипик о себе возомнил вообще? Разбилось, да, в этот раз? Я знал, что он запускает. Блин, не смогли приземлить. Блин, печально. Предыдущую-то приземлили. Предыдущую приземлили. Блин, значит, еще не отработали до конца технологию. Ну да, Just Observer как-то так. По ощущениям тайминг больше точных прыжков и матов. Я не понял того вопроса за адрес что-то. Баржу это такое, да. Конечно, тайминги это сложно, да, естественно. Что ж я, ну, просто надо смочь, просто смочь. А, я сейчас вообще в левый шип врезался, вот это прикол. Что-то не так. И не пойму, почему мне то получается легко, то нет. Вот почему мне сейчас две подряд получилось, а потом 10 раз даже первый не получается.
за ЕТЕ? Надо как бы метить правую часть этого промежутка, по идее. Ну сложно. Скучно, такая убогая игра, ой, вообще жесть. Задрос он проходил. Еще из нее экран попал в Камелию 3, это вообще жесть. Не, ну как бы там типа прикольные есть механики, но она, блин, такая кривая. Может, я просто придираюсь, потому что я исходник видел, типа, меньше знаешь, лучше спишь. Пока не знаешь, какой исходник, то кажется, что игра нормальная. Ну, а как, ну как нормальная, там забагованный босс. Парашютах ты, во-первых, не спустишь в нужное место, а во-вторых, я не думаю, что там парашют вообще нормально выдержит. Ну как бы, ну ты же понимаешь, да, что если ты не понял, это не значит, что инженеры Илона Маска не смогли преддодуматься до парашюта, да? Просто ты какие-то нюансы не учел. Но скорее всего, самое главное, это точность приземления. Ну вообще, как бы первая ступень весит до хрена, я не знаю, какой там парашют нужен, чтобы она плавно опустилась. С учетом, ну ты представь, парашют-то он как бы смягчает, да, удар, но все-таки удар-то приличный, а там нужно прям тоненько, а вот эти двигатели посадочные, они прям сажают очень аккуратно. Удачи, Блэкджек. Какие-то есть на то причины, но вот я думаю, две, которые я назвал, уже в принципе норм. Видишь, Задрос, ничего я не быстро это прошел, нифига не с наскока. Блин. А, ну Тиравон, да, и это, кстати, тоже.
сейчас сделал фигню какую-то. Я два раза прыгнул. Мне кажется, принцип половил наконец-то. Ну такое, одно дело уловить, другое дело сделать еще. И почему я так рано прыгаю? Ну почему я так рано прыгаю? Там в принципе время, ну как бы оно измеряется в очень маленьких количествах, но его как бы дофига все равно. Ну, там не нужно раньше времени прыгать. Как бы не дофига, конечно, не дофига, но надо думать, как будто его дофига, потому что иначе я прыгаю в шип. Был диагональкой, ну в целом да. Я потому что опять какую-то фигню с шифтом сделал. У меня что-то рука не срабатывает. Нужно shift держать, а стрелку спамить. Ну, не спамить, но по таймингу. Да что такое? Я сейчас не понял, я об нижний что ли shift? Хорош, ну только не об нижний умирает, ну. Нет, пророк. Во-первых, первое, ты преувеличиваешь. Во-вторых, если это не делать, то технологии так и останутся на текущем развитии. Ну и к тому же там есть и другие причины. Ну, не за твои же деньги делаются, правильно? И даже не за деньги государства, в котором ты живешь. И даже не за деньги чужого государства, как ни странно. Это абсолютно частная компания. Так что, ну, хочет он колонизировать Марс, ну, и чё? Закона, запрещающего это, нету. Как бы, если там будет все нормально в плане возвращения людей обратно, там, то, как бы, я думаю, не, ну, как бы, все ли законно, и никто ему это не запретит, и он... Ну вот, да. Нет, Фаспапи. Ну, по крайней мере, как. Ну, короче, кому интересна эта тема, прочитайте на сайте highnews.ru. Есть цикл статей, ну, перевод, естественно, с английского. Очень интересный. Про то, зачем это, как и что дальше. Там 6 больших статей, и очень интересно мне было читать. Прям от царя гороха и... до планов на будущее.
Я же думал, с эффект. Мне это понравилось. Фраза. Как же цикл статей называется? Я помню, что там в названии есть словосочетание «колонизация Марса». А, и ну там целое предложение, не помню какое. Но я думаю, по этим ключевым словам ты найдешь. Там цикл статей вроде бы 6 штук. Я прям вообще с удовольствием прочитал. И там как бы объясняется все научно-популярно, то есть именно не какие-то там эти заумные там, да, всякие штуки в основном. А по поводу поколений не интересуется, да? Так почему не интересуется-то? Вот смотрите, когда запустили первый спутник, да, в космос, когда слетали на Луну, это очень люди заинтересовались космосом. Есть статистика, опросы, да, типа, я не помню, как, на чем она там основана, вот, как, ну, заинтересованности людей космосом, да? В 60-х годах она колоссально подскочила. В том числе, там, после этого начали сниматься всякие фильмы про космос, типа Star Trek, Звездных войн и прочего, да? Неважно, это фантастика, не фантастика, просто космическая тема, да? Вот. А потом, когда все это, ну, гонка СССР и США закончилась, то как бы финансирование урезали в десятки раз, и то и те. А у нас вообще СССР развалился, ну вы знаете. Вот, как бы и все, и как бы опять поугас интерес к космосу. А вот когда марсоход на Перкьюриосити недавно, несколько лет назад, да, отправили, опять интерес поднялся, потому что он стал классные фотки присылать. У него свой твиттер есть, где он типа от своего лица говорит. Это очень круто и забавно, и плюс очень интересно. Вот. А представляете, что будет, если туда полетит кто-то, лол, и еще там будет какие-нибудь фотки там оттуда присылать, и рассказ, там, мне кажется, это еще опять подогреет интерес. То есть, как бы интерес, он сам по себе не возьмется никогда в космосу, у масс, как бы. Только когда именно заинтересуют чем-то классным кто-то, типа Илона Маска или другие, или кого-то другого. Да много чего, в физике и в химии очень много чего нужно фундаментально открыть, то чего нету, ну как бы, чтобы реально был прорыв, да, но даже с текущими технологиями уже можно кое-что начать делать. С учетом, что это все процессы очень долгие, то как бы начать нужно как можно раньше. Ну, по сути, такие есть пророк, только они вырабатывают там что-то типа там нановатов, я там точно не помню, но очень мало. Там, видите, что-то типа, я забыл, на основе чего? На основе трития, по-моему. Типа тритиевая батарейка, можешь загуглить. Да, в аккумуляторах требуется прорыв аккумуляторов, потому что вот эти всякие литий-ионные и так далее аккумуляторы, это такое. Привет, UJ Lord. Я пытаюсь. Конечно, ведутся работы по всем направлениям, и реальным, и более таким
как сказать, ну, типа двигатели искажения там и прочего, да, по всем, наверное, направлениям ведутся работы. И фундаментальные, и прикладные. Но как бы часто не хватает финансирования. Ведь Элон Маск — это не первый человек, который пытался посадить, ну, сделать ракету, которая бы садилась. Причем шаттлы я не беру в расчет, я имею в виду именно ракеты-носитель, да? В СССР была наработка, по-моему, у НАСА тоже была своя наработка, но не пошло. Причем не пошло в основном по финансовым причинам, насколько я знаю, по крайней мере, в СССР точно по финансовым причинам. Ну, как уже гонка этих технологий затихала, поэтому, как бы... Ну, ИТР, да, ну ИТР — это что, Тераон, как бы, это все-таки земно... наземная технология чисто, как бы, она космосу, по-моему, никак не поможет. Да, Тераон, но это пока что больше похоже на ошибки в просчетах все-таки. К тому же тяга такая маленькая, а потенциал как-то пока не очень виден, куда расширять. Ну то есть даже если это реальная тяга, то, ну... Я думаю, на пропеллере ты будешь лететь примерно с таким же ускорением, даже в космосе. Ведь, как известно, в космосе не полный вакуум, а все-таки есть вещества разные. Так что даже пропеллер будет давать тягу. Примерно, наверное, сопоставимую с этим ведром, если даже там реальная тяга у этого ведра. Что-то не идет у меня эти прыжки, ну... Все-таки пот какой-то. Но мы сегодня постраж должны увидеть. Ну блин, должны сегодня постраж Его даже в НАСА пробуют, его пробуют в вакууме в НАСА. И как раз таки в НАСА и установили, что там тяга якобы есть. И вроде даже отфильтровали все эти, как это называется, погрешности. Но вопросы все равно остались. Вопросы все равно остались пока. Просто понимаешь, он нарушает... закон сохранения импульса, как бы, ну, а это нельзя. Значит, либо есть неучтенные факторы, либо закон сохранения импульса идет нахрен, как бы, да. А если он идет нахрен, то значит, во-первых, нужно все равно новое объяснение тогда, да. А во-вторых, ну как бы, ну лол, знаешь, нужно какое-то серьезное доказательство, чтобы опровергнуть такой закон. А не просто какую-то пару испытаний, которые вроде бы там что-то выявили. Ну, то есть, это такое, это может растянуться на очень долго, если даже не опровергнуть сразу. Привет, Фейсген.
Да, сейчас я слишком близко подошел. К чипу не надо вплотную подходить. Стоп, а может в этом и фишка? Может реально не надо вплотную подходить и просто прыгать налево? Нет, все-таки отжимать влево нужно. Когда я прыгаю прям в шип. Ладно, когда там, ну, нападение, типа, не получается, ну хрен с ним. Но вот когда я просто прыгаю в шип, это вот отражает. Вот это вот ладно, ну, нормальная смерть. Ну блин, прыгнуть в шип или не, да, или не перепрыгнуть нижний шип, это, ну вот это вот жесть. Сложно. Походу, пока руки не прочувствуют полностью. Вот как наверху, так и тут. Сколько ты логика это не понимай, пока руки не прочувствуют, ничего не получится. Хотя, блин, 3 раза до последнего прыжка доходил, или сколько, или 2. Но это рандом, походу, был. Давай, удачи, да, это туго, это Камелия 2. Это туго, ты видишь, 43 часа прохожу. Ну, это не этот экран, естественно, это 6-й уровень. Но это тугая игра. Привет, SlideX. Последним прыжком что-то не так. Что-то не так. Чем он другой-то? Он вообще абсолютно такой же. Только нету слева шипа. А, ну и плюс, шип, он не просто едет, он опускается. Но по сути это разницы не имеет по таймингам. Наоборот, даже в некоторой степени это может быть проще.
потому что он типа может быть не высунутым. Ну, хорош, ну, блин. Не те же прыжки, по крайней мере до последнего. Все, опять сломался, что ли? Ну, все, я опять не могу.
Я не знаю, это просто само происходит. Почему? Я тактику не менял. Я не менял тактику. Двойных диагоналик я, наверное, не делал никогда. Сегодня дай тут обосраж.
Да, мне Тиджи проспойлерил. Так дело не в этом, пророк. Я же его захостил после пятницы, когда субботнего стрима, да? И, ну, он что-то разговорился, типа так, говорит, спасибо за хост, дела, там, как дела, и так далее, да? Ну, я сказал, что, типа, у меня челлендж такой в камилке, и так далее, рассказал. Говорю, вот до лавтрэп экрана дошел. Он говорит, ну, типа, о, молодец, там, и короче, проспойлерил, сколько до полтора. Кто-то там подписался, я не заметил. Ну, короче, спасибо за подписку. Добро пожаловать. Что-то там циферка 3 была в имени. Это я видел. Зачем он поторопился с тем прыжком, который наверху, я имею в виду? Да, ДПР очень много. Ну, я просто специально вам не говорю сколько, хоть и сам знаю, а вдруг, ну не вдруг, а многие реально не знают. И как бы, ну, пусть будет сюрпризом. Хотя, мне кажется, уже не будет сюрпризом. Ну, в общем, ладно. Я, по-моему, уже сам проспойлерил, как только мог. По поводу Blind Run, пророк, ну такое, я же, в принципе, видел половину бустраша. И последнего босса видел. Есть, все, босс раш. 43-33. 17430 смертей. О, есть. Вот это да. До босс раша зашел в камилке, офигеть. Блин. Да, вот смайлик, все очень плохо, это в тему. Да, теперь будет очень странная вещь, которую не понимает Эльзорга.
В начале, смотрите, ну, кто не понимает, что происходит вообще, да, рассказываю. Видите, 4 портала, 4 телепорта. Каждый из телепортов ведет к отдельному боссу. К отдельному боссу. Нужно всех 4 боссов убить обязательно. Ну, как бы после каждого убийства можно засохраниться вот здесь, да? То есть, ну, не надо их без смертей убивать. Вот. Соответственно, я сейчас вам покажу минуток так, по 3-5 минут, ну, примерно, да? Я покажу каждого босса. После этого я вам скажу, что будет дальше, да? Вначале я покажу. Итак, первый босс из игры I Wanna Be The Destination. Это последний босс в этой игре. Поехали. Еще раз. Этого босса убивают обычно от 20-30 до 60 часов. Кто не понял, мне надо стрелять в шипик. Желтая атака, короче, яблоки летают рандомным образом абсолютно. Просто случайным образом летают. Соответственно, у босса 4 орудия. У босса 4 орудия. И, ну, видите, там полосочки здоровья есть у каждого. Вот эта атака, вот тут наводятся вон те яблоки парные, а эти просто летают. И нужно снести все 4 орудия, после этого наступает финальная фаза. Ой, как все плохо-то. Очень все плохо. Ну все, наверное, сейчас одна из последних попыток. Ну хотя бы все орудия покажем, еще красного не было. И все, да? Только красного. Вот и красное как раз. У него защита от спама, так что спамить нет смысла. Ну, как бы, то есть смысл есть, только для того лишь, чтобы не отвлекаться на стрельбу. Все любят Destination. Привет, Алкамен. Итак, следующий босс. Следующий босс, если я не ошибаюсь, из игры I Wanna Be The Crimson, которого я уже, кстати, убивал в I Wanna Get Wrecked. Да. Так. Я помню страту. Вначале выносим красного и желтого. Потом выносим... зеленого можно, в принципе, попутно. Зеленому надо оставлять 1 хп, его нельзя убивать, потому что иначе от него полетит шляпка, его вот этот череп, которая будет самонаводиться на меня, поэтому его надо добить последним. Именно добить. Ну а сейчас пока щелкать можно, в принципе. Но как вы понимаете, после каждого выстрела они атакуют, поэтому просто так атаковать это тоже такое. Ну, то есть надо как бы знать баланс, так скажем. Это сейчас пока так легко, а скоро будет на экране вообще полная жесть. Если синего добить до определенного состояния, то вместо платформочек начнут идти водные платформы, то есть, ну, вода. А это очень плохо, потому что из нее прыгать очень неудобно. Правда, она больше зато по размеру, но прыгать из нее неудобно. Ох, не завафлил. Ну вот, короче, одной попытки достаточно вам будет, чтобы посмотреть. Раньше наступают фазы... Во-первых, яблоки остаются раньше, пророк, насколько я помню. И
фаза с водой наступает на половине синего, а не в конце, или что-то типа того. Вот. Два других я не помню, из каких игр. Точнее, даже не знаю. Я их вообще почти не видел. Вот, уже почти их не видел. Так, и третий у нас... Вот это вот непонятно кто. Даже не знаю, как зовут. Что-то, по-моему, рандомчиком попахивает. Жёстенько. А, Breaking Out это вот это? А, New зовут? Ну вот, короче, как-то так. Ну это не последняя полоска ХП, вот это единственное, что я знаю, что там еще фазы другие. Вот. И последний босс это Gravity Man. Я вообще его не видел, Я не представляю, какие у него атаки. Я только его в третьей камере видел на стриме. Не знаю, насколько он сложный, вообще ничего не знаю. Да лол, ну, надо стрелять хоть. Зажал. Ну понятно, что легче, чем в третьей камере. Вот. Мы посмотрели всех четырех боссов. А теперь наступает часть, которую никто не понимает, зачем это нужно, а мне вот просто захотелось именно сделать так. А именно голосовалочка за то, какого босса убиваем первым. Но в этой голосовалочке есть одна странность. Так. Вы не будете знать каждый пункт, что означает. Сразу говорю, они там идут не в том порядке, в котором... ну, это очевидно, да? Сейчас я сделаю. Ну, типа живой рандом, короче, типа живой рандом. Мне просто эту идею предложили, она меня порадовала. Довольно-таки. Я просто захотел это сделать. Без всякой на то причины объективной. По сути, я могу просто пойти любого, которого мне хочется убить там, да. Я просто вначале хотел реально голосовалку сделать, но я понимаю, что если будет реально голосовалка, то это 100% будет Destination. Вот. Поэтому мне предложили сделать такую голосовалку, где каждый не будет знать, за что голосует.
Расшифруем. Давай, давай. Расшифровывай. Сразу скажу, никакого смысла в этих символах нет. Это просто бредовый набор клавиш. Привет, Джокер. Голосуй. Голосуй, Джокер. Я давай еще раз ссылку скину для тех, кто у кого пустой чат. Да, после каждого босса можно сохраниться. Логично, 43 голосуешь. Ну блин, я случайно цифры задел. По 25%. Так. Ну что ж, я отойду тогда на пару минут. Блин, там таймер в игре щелкает. Давайте я пока игру вам перезапущу, чтобы таймер мне не щелкал. Отойду тогда на несколько минут, проголосуйте. Если кто-то новый придет в чат, тоже вскиньте тогда ссылочку. Блин, я забыл учесть, а что будет, если одинаковое количество этих голосов? Ну тогда я выбираю из этих двух. Ну блин, я и так могу выбрать, я не хочу сам выбирать, я хочу, чтобы вы выбрали именно. Как бы я-то мог вообще не устраивать голосовалку, да, я никому не обещал ее. Я мог просто взять, какого мне хочется, а я хочу, чтобы именно вы выбрали. А, все, вон кто-то победил. Кто-то победил. Все, голосование на этом заканчивается. Победил, который с цифрами 43. Так, а теперь мы захватим текстовый документ, где написано, что такое 43. Я знал это, я знал. Просто знал. Это было просто. Ha ha ha.
Все, все. Теперь на ближайший где-то месяц мы смотрим на это Boss Destination. Сами вдруг голосовали, сами виноваты. Никто вас не заставлял за это голосовать. Привет всем, кто подключается. Так, начали в 43-41, поехали. Оп, все. Поехали. Блин, ну почему? Я думал, если честно, Кримсон выпадет. Я думал, Кримсон выпадет, и я бы, короче, за стримок убью. О боже, это... я на самом деле играю в Destination, босса. Я на самом деле до этого дошел. Блин, я раньше вообще бы это не поверил. Тюбейте, просто я об это бы не поверил. Эта музыка надолго теперь отпечатается у вас в голове. Ну, вроде бы как самый жесткий считается, да. Ну, например, вот Башист Декстер, да, который уже прошел вторую камелию, он проходил этого босса 60 часов. 60, Карл. Что-то вообще не просматриваю, вообще не читаю, ничего не могу прочитать. Не, ну фиг ли, не за 5 же минут его убить. Логично. Блин, я это вообще не увидел яблоко. Если я сегодня вынесу одно орудие, это будет такой успех, что пипец, на самом деле. Но на самом деле это не имеет значения, потому что, как видите, фаза выпадает рандомно. То есть мне может выпасть, например, 10 раз синяя фаза, или сколько там надо раз, чтобы она выпала подряд. Я вынесу одно орудие. А может выпадать каждый раз разное, и в итоге тогда я просто... потрачу много у каждого орудия, но при этом ни одно не вынесу. То есть это такое, как бы тоже на самом деле не показатель нифига. Нет, санкреквестов не будет, сразу говорю, санкреквестов не будет. Месяц играю я на Солгрине. Ну, ты месяц играешь, но ты не каждый день играешь. То есть ты смотри по таймеру игровому, как бы. То есть вот, как бы вот, Boss Rush это все. Boss Rush это, ну, как бы, львиную долю вот этих 100 дней отнимет Boss Rush. То есть вот прошло сколько там, прошло около 20 дней, да? Вот, и как бы еще дней, я думаю, 20-30 это будет Boss Rush. Просто будет Boss Rush. А, так где-то 3 месяца. Жесть. Ну, отсеиватель, но меня не отсеет, как бы, да? Ну, вы понимаете. Ну, не потому, что я скилловый, а потому, что... Ну, мне нельзя не пройти камелию вторую. Но
вообще, да, много людей, вот... Почему так много людей играют вроде бы Камелию вторую, ну даже из русскоязычных, да? Но почему так мало прошли людей Камелию вторую? Сколько? То есть на данный момент известно вроде 4 человека, кто прошел вторую Камелию из русскоязычных. Вот. 4 или 5, типа того, именно прошел полностью. А вроде бы так на скидку кажется, что должно быть намного больше, да? Но нет. Ну вот, как бы... Потому что посраж в первую очередь. И да, как вы уже поняли, пока я не убью Destination, а других боссов я даже не прикасаюсь. То есть для меня все. Для меня сейчас не посраж, для меня сейчас я дошел до Destination. Блин. А, нормально синий, кстати, снес уже. Лучше только одного долбить, ну. А, ты имеешь в виду босса, но я думал еще пушку. Пушку тоже лучше одну. Так в смысле, прошел, индивиз, прошел. 4 человека прошло. Всю игру. Не только постраши, всю игру. Вот и генлаш на последнем боссе. Ну как, был на последнем боссе, пока. Не начал проходить сначала игру, но он уже прошел босс-раш опять второй раз. То есть он скоро может стать пятым. Ставишь на 15 часов? Ну, оптимист, да, оптимист. Если что, пророк Гоги уже на... уже 17 часов на нем. И ни разу до последней фазы еще не доходил. Прошел Башис Декстер, Игнат, вылетел из головы кто еще двое? А, ну вот, нет, Данил не прошел. Кто еще двое? У меня вылетело, просто вылетело из головы. Одного я не знаю, вообще не знаю, да? А второго, а еще одного знаю, но он просто вылетел из головы. Напомните, если кто помнит. Что-то вот не могу вспомнить никак. Ну я, наверное, сейчас просто немножко не о том думаю, сижу. Да ну... А, именно Джокер, именно из русскоязычных. А, Задрос, Задрос, господи, точно, Задрос же пришел. Вот я же говорю, что-то вот очевидное вылетело из головы. И кто-то четвертый еще, вот кого я не знаю. Я понял, меня называли, но я не знаю этого человека. Кто-то еще прошел. Я не от Кая. Почему? Ну тогда у меня и получается где-то часов 17. Ну это нереалистично. Потому что гейзер плюс Салгрин у меня 20 часов. Что-то красненькие пока вообще не идут. Ну так-то это не Avoidance, пророк. Да, так-то все-таки это не Avoidance. В чистом виде. Как бы
Не забывай, еще турбокнопки нету. В итоге я прыгаю на кнопочку вверх, что не очень удобно. Ну, относительно, в принципе, относительно неудобно. Ну, не так уж нереально быстро, на самом деле. Ну, быстро, да, быстро. Не 60 часов, сколько на 20... Нет, по-моему, 30 или 20 или 30 с чем-то часов потратилось. Нет, а, затащит ли? Да, наверное, затащит. Но не, но он так на гейзере остановился. Почему бы не затащить пророка постарше? Дойти до него только надо еще. Не, при чем тут что нарисовано? Но стрелять же надо. Я про это. А в Эйден все-таки стрелять не надо. В чистом виде. А здесь как бы, ну такое, как бы стрельба типа в одну точку, да, но все-таки надо. Как бы на одну кнопку ты больше все равно задействуешь. Плюс, если я стреляю не в ту сторону, то босс дольше будет длиться. Так, ну синие, по-моему, легко просматриваются, у меня что-то вроде с синими проблем нету. Только при переходе там я затравил желтое яблочко. Желтое самое сложное, потому что тут вообще хрен прочитаешь порой этот рандом. Ой, мне два раза подряд желтое выпало. Ну не совсем тировом, все-таки надо микрить. Нет, наоборот, не рандом. Тут больше как раз таки не рандом, а говорят, что этот босс проходится чисто на скелете. То есть как раз таки тут от рандома не так уж и много зависит. Ну кое-что зависит, типа вот красные, особенно желтые, да, и последняя фаза. Ну вот, но все-таки, ну, не до такой степени. То есть, рандом здесь не самое главное. Хоть он, да, есть, но не самое главное. Блин, как же я это мог не перепрыгнуть-то? Привет, РНГК, как видишь, я дошел. И как ты думаешь, какой босс выбрал чатик? Я им так извратил голосование, чтобы просто было невозможно выбрать Destination'а. Они выбрали Destination'а. И прибавит 20 часов. Нет, стрелять нужно обязательно. Стрелять нужно обязательно. Ты видишь, пулька летит из шипика? Начало. Надо этот стрим назвать будет Destination Начало. В синий рандом эти большие яблоки рандомно падают. Здесь нет рандома на фиолетовый вообще.
абсолютно статичная база. А на синий большие яблоки рандомные. Нафиг это на меня реагирует. Не, я знаю, как какие атаки работают. Я же видел этого босса, я видел много раз. Этот босс мне вообще ничего нового не принесет в плане, ну, то есть я знаю его, но руки не знают. Руки не знают. Опять из краника решил поливать. Фиолетовая — это какая-то перделка. Синяя — какой-то кран. Красная мне одновременно напоминает какой-то бластер и это, знаете, такой промышленный электромотор. Очень напоминает. А желтая, ну это лампочка. Блендер? Предохранитель. По три раза на каждую пушку? Нет, больше, не по три. А, ну в смысле по три появления? Может, ну посчитай сколько урона и примерно посмотри, сколько за одно появление снимается. На красной атаке, кто еще может не пригляделся и так далее, часть яблок вылетает просто рандомно, а часть на меня наводится. Да, как я об этом умер-то? 3-4 появления. Пушка просто. Привет, 8-бит геймнёрд. Ну, Эльзорга, это, короче, не, знаешь, это не пушки, это, как это сказать, это такие обоймы с разным видом патронов. А жёлтая работает как? RNG. Причем порой мусорный. Как говорит некая личность. Абсолютный трэш РНЖ порой. Блин. Какой набор двух атак? В смысле? Ну понятно, что некоторые яблочки улетают за экран, а некоторые отскакивают. Но по сути это как бы воспринимается как одна атака, когда ты микришь. Ну, говорю, пророк, желтые в реальности, ну, по крайней мере, как
вот, ну, я так вижу, что ты просто микришь по принципу микри. Просто микри. Потому что, поверь, ты не сможешь следить, какие откуда вылетели. Как бы вообще, если кто-то думает, что я смотрю на где стоит кит, то вы ошибаетесь. Я примерно знаю, где он стоит, и все. Я на кида вообще не смотрю. Ну, единственное, что когда нужно прямо размикрить яблочки близко, то тогда я на кида все-таки смотрю. Но в основном нет. Но из-за этого я иногда в шип умираю. Ой. Ну да, РНГ, как-то так и происходит. Стоп, РНГ, а ты, подожди, ты уже 3 боссов убил или чё? Блин, ну они наводятся, там так невозможно выжить, там нужно бежать. А я не мог, мне не давали уйти оттуда. Блин. Как ты никого не убил, подожди. Подожди, ты Кримсона убил и Destination убил? Или Destination это только до последней фазы доходил, но Кримсона ты точно убил. Ну вот это вот вообще очень приятно было, да. Там времени подумать очень мало было, поэтому первая мысль не всегда удачная. Фиолетовую надо до дыр, короче, заучить, чтобы на ней умереть было просто невозможно. Ну, по крайней мере, не при переходе. Не при переходе. Потому что при переходе фаз можно умереть абсолютно от чего угодно. Ну, я ушел от большого, но маленькое оказалось слишком плотно. А, одному один хп ставил. В третьей Камиле хотя бы турбокнопка есть, но правда он там сам босс сложнее гораздо. То есть этот босс он легче, чем в оригинале, то есть в I Wanna Be The Destination легче, а в Камиле третьей еще сложнее, чем в оригинале. А упоротый Yu-Yu Dude еще сделал Crazy Destination, короче, он еще усложнил. Ну он сам сделал, сам играет, так что пусть там сидит себе. Нас это не касается. Вот сейчас маленький прыжочек нужен был, но у меня клавиатура. Ну, либо руки, в данном случае, в принципе, я же шип могу перепрыгнуть. Но
И да, на этом боссе просмотр Ютуба вообще, как вы понимаете, ничего не дает. Ну, разве только морально подготовиться к последней фазе, но я и так ее видел, так что мне смысла нету. Как я об это умер? Я что-то думал, что он мимо меня летит. Давай, РНГ, ну убей, это такое, конечно. Ой, как глазам плохо, когда переходит с синего на красное. О, неприятно очень. Ну, именно глазам, реально. Не знаю, как вам, но мне прям вообще резануло. Это ужас. Я не ожидал, что я выжил. Я не ожидал, что я выжил. Тут что-то вообще не пошло. Да, вот, кстати, еще на Твиче же есть группа The Wannabes, да? То есть, где, который создал Денферок. И у нее приним, ну, как бы, понятно, кто в них стримит, да, ну, понимаете. И в нее принимают, раньше, по крайней мере, точно, было такое правило, типа, тебя в нее могут принять, только если ты в Камере 2 дошел до босс раша и убил хотя бы одного босса из босс раша. Беленку отказали, хоть он убил кого-то там пострашно. Ну, это потому что Денферок. Он фанат Камере 2. Вот ему все, как бы, это у него бзик на этой игре. А он, как бы, создатель группы, поэтому какое правило устанавливает, такие, ну, какие хочет, такие устанавливает. Не согласен, ну, вали. Как ты думаешь, по какой причине? Я думаю, что за поведение. Но я не буду этого делать, Данил. И почему 20-то? Ну, я сказал, я пока Destination не убью, я не буду приступать к другим боссам.
заявку подам, когда убью Камелию. Ну и то, как бы, ну, как бы, я не скажу, что я прям очень-очень сильно хочу, как бы, да. Ну, примет он, примет, нет, нет, как бы. Ну, такое, то есть. Мне, как бы, нормально стримиться и без этого, в принципе. Но просто раз это у меня основная тематика, как бы, стримов, то почему нет? В целом. Можно было, но я слишком рак. Ну, он-то не будет знать, там, быстро я прошел или нет. Он будет только знать факт, типа, прошел или нет. Ну, пофигу, я же говорю. Ну, да-да, нет-нет. Как бы... Нет, там не только спидранеры. Абсолютно не только спидранеры. Я же уже сказал, какое условие преступления там было. Спидранеры — это в Speed Demos Archive группа, или что-то такое. Да, у меня вообще-то больше час 20. Так я не первый, и Генлаш тоже вступил. Ну, из русскоязычных, я имею в виду. Это отскакивающее яблоко было, оказывается. Так, я пока понял первое правило на фиолетовую атаку. Нужно вначале перепрыгнуть шипик, а потом уже искать пути к развороту. Ну что-то пока не ищется. Наверное, надо идти быстрее. Пока везет на эту атаку. Тактика, конечно, хреновая, что-то я не стреляю, шипит нифига. Ага, походу под два подпрыга сделать. Стены довольно неплохая мысль, только надо следить за вот этими по кругу, которые летят.
Что это вообще сейчас было? Не, ну снести одно орудие за стрим, это, конечно, слишком мечта. Хотя, как бы, хотя я и сказал до этого, что, ну, как бы, это, по сути, нету смысла в этом, ну, то есть, потому что просто зависит от того, как на рандоме, да, по количеству выпадов одной и той же фазы. Но все-таки психологически, ну, смысл есть, да? Если я перестану хотя бы умирать на фиолетовый, то у меня уже есть шанс пройти одно орудие хотя бы. Шипик. На желтый умирать это типа вообще, ну, нормич такой. На красный, ну, тоже вроде противное, типа. А вот на синий, на фиолетовый умирать это вообще как... Ну, по крайней мере, со временем точно надо перестать умирать. Вообще что-то какая-то была не очень. Что там, обсервер не стримит? А то я бы, может быть, и закончил. Не, норм. Я до пострашно дошел, я довольный, просто пипец. Да? Сейчас закончим скоро. Пофиг, убил там орудие, не убил, как бы, это сейчас вообще не суть. Как бы, не говорю, сегодня да, надо было дойти до босс раша, все остальное это такое. На самом деле даже не факт, что и на следующем стриме я убью хоть одно орудие, и на после следующем. Ну еще я не знаю, поскольку стримы будут. Но если стримы будут по часика 2-3, то и на после-после следующем, может, и не будет какие-то орудия. Лол, третий раз синий. Мог бы добить, кстати, синюю, на самом деле, если бы стрелял бы постоянно. Мне же сказали 3-4 выпада. Значит, как бы, это 3-4 выпада, это означает, что если стрелять по шипу непрерывно, то 3 достаточно. Ну, типа, ну в реальности как бы ты иногда там пропускаешь моменты, поэтому типа до 4 может дойти. Да ни хрена себе, 2 фиолетовые теперь выпало. Ну давайте каждую так. Ну блин, ну зачем я умер-то? Ну надо было тогда жить уж что. Ну. Не, только давайте без, да, без этого, без двух желтых там и так далее.
вообще не читается. Вообще не читается. Ой, как все плохо. Я прям что-то офигеваю. Просто, ну, чтобы вы поняли, я, если честно, думал, что мне будет отмиклить проще, чем оказалось. Хотя, с другой стороны, нет, может быть примерно и то же, что я ожидал. Вот знаете, что самое плохое? Я не могу понять, когда желтое яблочко оттолкнется. Видели, да, сейчас меня желтое яблочко убило? Я вот вообще не ожидал, что оно отскочит. Хотя надо бы, по идее, ожидать. Но я не ожидал. Я мог синюю уничтожить. Блин. Синяя так и хочет, чтобы ее уничтожили. Это вообще хэзэк. Ну да. Ну мне-то чё, что оно самое. Это не значит, что я две желтые пройду подряд. Я одну-то желтую подряд не могу пройти. Ну, часто. По-моему, пока что синяя легче, чем фиолетовая. Явно легче. Куда легче? Для меня. Ну, красная пока непонятно, как из угла выходить. Наверное, нужно как можно быстрее в угол идти. Ну, блин, я пытался прыгнуть сейчас, но не вышло. Красная срань, конечно. Ой-ой-ой. Ну, кстати, по-моему, я довольно долго жил, да?
это не заметил. Ой, жесть. Какую уничтожал одну пушку? Какую уничтожал одну пушку? Я босса убиваю, сколько, минут 30. Что скажи, ой, что, не убил, что ли, до сих пор? Сейчас кто-нибудь обязательно пошутит, а что, не убил, что ли, до сих пор? Обычно так это происходит. Как бы было близко к тому, чтобы синий уничтожить два раза, но не реализовал. Сейчас я закончу, Данил. Ну, хочется, знаешь, если честно, вот такое ощущение, что вот как будто бы могу одну пушку уничтожить. Я знаю, что она абсолютно обманчива и зависит только лишь от рандома, как выпадет. Но все равно надо закончить. Надо закончить, но все равно хочется, как-то сказать. Хочется еще. Опять после синего красное. О, это ужас для глаз. Просто рейп глаз. Да ладно, две красные подряд. Пробегу под ней. Да знаю, что я обсервер стримит. Но он убил босса-то. Вопрос примерно как у меня про пушку. Хотя на самом деле нет, есть вероятность, что он убил. Потому что, в принципе, он-то ему там как бы достаточно одной удачной попытки и все. А у меня слишком нестабильные вот эти фазы, чтобы тут хоть что-то такое нарандомить. Ну я имею в виду победное именно, ну то есть. Ну как понятно, что об этом речь вообще как бы не идет. Опять! Привет, Сильвер! Опять! Я мог фиолетовый, возможно, вынести, но правда сейчас бы закончилась фаза, но... А вдруг она еще раз бы выпала? Ну что ж такое? Самое обидное умирать так. Просто. Вот бы еще знать тайминги переключения фазы в 2016. Да, Данил, у меня все равно тут, короче, не будет сейчас убитый босс, как бы, да, так что иди спокойно, об сервера смотри.
и так очевидно, что босс не будет убит. Если такое вдруг случится, то мне явно надо третью канилку проходить. Вот это сейчас шипик виноват. Очень глазам плохо, очень глазам плохо. Что ж такое? Блин. Почему босс приносит физическую боль? Я походу долгие стримы не смогу делать. Да, это один босс из четырех. Все размикрил. Пол желтый снес. Я жив, какого фига? Ух, вот это было зря, вот это было зря. А это что за жесть сейчас была? Что я замикрю такую фигню? Делаю просто вообще, что это? Я просто потому что не понимаю, ну как на фиолетовой именно правильно действовать. Там вот на фиолетовой точно страта есть, ради которой, наверное, даже стоит ютубик посмотреть. Все-таки, потому что, ну... В смысле четырех именно, ну, урона, да, ты имеешь в виду? Там же не каждая пулька ранит. По-моему, это лучшая попытка, по музыке судя. По музыке судя, это лучшая попытка. По-моему, я не доходил до этой фазы музыки. Все. Все. Идем к обсерверу.
Сейчас мы хостик кинем. Сколько сижу? Ну, на самом деле, сижу я меньше часа, по-моему, или около часа. Так. Host just observer. Все, всем пока. Завтра продолжение, но ничего интересного на нем, скорее всего, не будет. Так что, по желанию. Всем пока.